Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Нези, и сегодня у нас на обзоре скины из нового Battle Pass акта 1-5 сезона. Вот. Первый скин — это нож. Специальный отряд 809. Вот так вот он выглядит. Вот так он свапается. Как керамбит, он мне очень нравится. Второй — это классик. У него есть расцветки. Вот, расцветки и брелочек тоже из Battle Pass. Я поставила ему расцветку вот такую бирюзовенькую. Я думаю, это подходит. Второй скин — это тоже отряд 809. Специальный. Фантом. Очень прикольный скин. Вот. Вот так вот он выглядит в стрельбе. Вот так выглядит пистолетик. Следующий скин — это ГОСТ. Очень прикольный ГОСТ. Я бы сказал, отличный. Хорошо детализирован. Ну и брелочек тоже соответствует. Эффектов никаких нету, к сожалению. Следующий из пистолетиков пройдемся. Это Френзи. Типа как вандал, только пистолетик. Не знаю. Или ЦЗшка, кто играет в КС-ку. Вот. Из пистолетика, в принципе, в Battle Pass все. Пойдем по ППшкам. Это Стингер. Выбрал я ему расцветку красную с брелочком. Очень прикольно. Следующий — это Спектр. Брелочек тоже из Battle Pass. Вот так вот они выглядят. С ножом. Следующий — это Бульдог. Это уже автоматы пошли. Бульдог. Тоже красный, с брелочком. Расцветка, если что, стоила на пистолетик 15, а на бульдог и... на бульдог и стингер по 10. Вот, вот такой у нас бульдог получился. Следующий — это Гвардиан. Гвардиан, по-моему, самый прикольный скин, потому что детализированный. В принципе, он как Юсп, но... точнее, ГОСТ. Но мне он нравится больше почему-то. Брелочек на нем Мишка. Это прям перед ножом этот брелочек идет. Вот так стреляет с прицел. С ножом. Следующий — это Маршал. Пошли по снайперкам. Вот такой Маршал с анимированным брелочком. Прицеле. Ну и вот так стреляет. Следующий — это оператор. Самая дорогая вещь в Валоранте. Это тоже огненной, прикольный, с брелочком, как у ГОСТа. Вот так стреляется. Без эффектов, к сожалению, ведь это Battle Pass все-таки. Следующее — это Machine Guns. Guns, точнее. Machine Guns — это пулеметы. Вот такой пулемет огненной тоже. Вот так он выглядит. Можно даже вот что-то сделать из него. Ну и, в принципе, это весь обзор на все скины. Всего в Battle Pass этих скинов 13, включая нож. То есть Battle Pass очень окупает. За 1000 монеток, может быть, какой-то в Battle Pass в каком-то нож и плохой, но зато скины. Некоторые Battle Pass, конечно, я вам не советую покупать, но этот я вам посоветую. Очень классный нож, тем более как керамбит. Мне он очень нравится. Вот. Поэтому советую вам его купить. Ну а я вам желаю удачи, хорошего настроения и здоровья. И всем пока-пока.